Это очень непростой вопрос. Вы знаете, мне кажется, да, я бы сказал, что есть определенный кризис в российской журналистике. Есть. Я оставлю, так сказать, в стороне вопросы проплаченности, ангажированности журналистов. Во все времена, так сказать, журналистика, мне кажется, я не хочу обижать коллег-журналистов, но никоим образом, так сказать, не подвергать сомнению их материалы, потому что есть блестящие журналисты, которые дают блестящие аналитические материалы. И не только у наших западных партнеров, но прежде всего здесь, у нас, в России. Кризис журналистики наблюдается в связи с тем, что, наверное, некий кризис в России, с тем, что зачастую журналисты, так сказать, торопятся, слишком быстро торопятся дать какую-то такую оценку, не подвергая материал глубинному анализу. Наверное, вот если исходить из этого, то можно говорить о некотором кризисе журналистики.